Улица Советская, 10. Над созданием формы деревьев в этом дворе трудится бригада работников ЖУК. Они говорят, во время штормового ветра сухие ветки могут быть опасны для жизни. Чтобы избежать этого, городские службы ежегодно проводят санитарную обрезку деревьев. Есть отжившие ветки, которые мешают, есть ветки, которые нарушают целостность кровли, и поэтому производится вот эта санитарная обрезка веток. После обрезки наши уборщики дворовых территорий производят уборку дворовой территории. Такие работы с сотрудниками ЖУК проводятся по всему городу в рамках подготовки к месячнику по благоустройству Бендер. Как отметил директор управляющей компании, кроме чистки деревьев, благоустроят основную часть внутридворовых территорий. Для этого были задействованы более сотни сотрудников городского ЖУК. Выполняются работы по санитарной очистке дворовой территории жилого фонда, по очистке газонов от поросли, ремонту скамеек, ремонту детских игровых площадок, остановок, также вывозу мусора. На сегодняшний день производились и производятся работы по каждому району города. Уже более 30% работ выполнены согласно утвержденного плана. Вдоль центральных улиц обрезкой деревьев занимаются сотрудники предприятия «Спецзеленстрой». Срезы деревьев рабочие закрашивают зеленой краской. Производится санитарная обрезка деревьев. Вырезка сушняка, обрезка аварийных и опасных веток деревьев. По улице Пушкина, улица Московская, улица Комсомольская. По улице Суворова производится формовочная обрезка лип. Закончить работы планируют уже на этой неделе. Очистка деревьев городскими службами проводится весной ежегодно. Екатерина Чеботарь, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.